Итак, привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я, Леха Смертник, и сегодня вместе с вами мы поиграем в очередной мод на Hello Neighbor под названием Offer Story, что переводится примерно как другая история. Ладно, друзья, добро пожаловать на шоу «Привет, сосед», и давайте перейдем к прохождению. Так, доброе утречко, ну утречко-то в кои-то веке, оно реально какое-то доброе, музыкочка играет, светло вокруг лета, как же я лето-то хочу, а? Так, и что, я приехал в свой новый дом опять? Отлично, а дверь-то в новый дом не открывается, и что делать? Ну возьмем фонарик тогда, что делать-то еще? Да, там радио играет, ты смотри-ка. Есть кто-нибудь дома, нет? Хозяин? Ты дома? Здорово, Василич! Василич, скажи мне, пожалуйста, почему каждый раз, когда я куда-то переезжаю, я вижу тебя? Ты меня что, преследуешь, что ли? Да что ж я тебе сделал-то такого? В детстве меня похитил. Хотя я до сих пор ребенок. Почему я маленький ребенок куда-то переезжаю? И почему я такой хриплый для маленького ребенка? Тоже как-то не совсем понятно. Отлично, ладно, у меня зонтик есть. Буду зонтиком гулять. Так, ладненько, и куда нам здесь идти? Василич, давай уходи куда-нибудь, да, по своим делам, иди позанимайся, сходи. Точно, он же по-любому не умеет через забор перепрыгивать. Так, надо бы, наверное, радио отключить. Да как ты меня видишь-то? Уходи! Василич, ты чего? Да, походу, меня не видит. Василич, ты что, ослеп? Я же вот здесь. Нет, нифига, он не ослеп. Да я где не нахожусь, он меня хоть откуда видит? Откуда эта ужасная музыка у меня играет в ушах? Опять наушники, что ли, забыл вытащить? Василич, завязывай! С тобой явно что-то не то. Вот, вот, видишь, мой дом, все, я в твой не хожу. Че ты там головой машешь? Я тебе сейчас помашу вот этой штукой по голове светильником. Так, ладненько. Пошел куда-то. Давай подкрадемся. Василий, слушай, а у тебя в машине есть что-нибудь интересное? Есть в машине что-нибудь? Да хватит мне кидаться постоянно. Что я тебе сделал? Не люблю я томаты твои. Клей тоже недолюбливаю, да и он как-то и не ем его, в принципе. Так, ладно. Да ё-моё. Капкан попался. Ладно. Мне нужно где-то взять желтый ключ, чтобы открыть главную дверь. Так, у меня здесь только яблоки. Меня яблоки на ключи. Василич, меняю два яблока на желтый ключ. Как тебе такая сделка? Мне кажется, выгодная. Так, я придумал, что с тобой делать. Василич, вот на тебе коробку. Блин, да что ж меня так крутит-то? Все, я в стиральной машине, я решил постираться. Никого нет в ванне. И не вздумай тут стираться даже. Смотри, какие рты есть, чего здесь только нет. Так, здесь у нас пусто, ничего нет. А ты что то рты-то в ванной, блин? Ну я обычно перед телевизором ем, а ты чё, прям здесь в ванне наяриваешь, что ли? Опа! Непорядок. Не надо тут наблюдать ни за кем. А то смотри-ка, ишь какой. Ой, далёк полетел-то, а? А где птички? Я птица!
Нет, я не птица, к сожалению. Да чё ж меня так всё закручивает? У тебя тут какие-то другие входы в дом есть, нет? А подожди, мы тебе сейчас тут электричество обесточим. Ладно, пошли что-нибудь искать. Все везде забито, перекрыто. Да тихо ты, Васильич. А налево там можно пройти, нет? Давай побегаем, Васильич. Тебе бегать полезно. Беги за мной. Хватит мне кидаться. Да на свою коробку-то забери уже, она мне не сильно и нужна. Так, быстрей. Шкаф. Блин, это не тот шкаф. Так, все, он вроде меня потерял. Так, а как мне эту штуку отодвинуть? Так, нужен зеленый ключ. Тут везде ключи нужны. Это у нас что, книжки? Болтик. Василий, тебе нафига болтик? У тебя что за бардак дома, скажи мне? Вентилятор. За картиной тоже ничего нет, цифра 2. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, я в домике. Я решетка. Так, я там еще один шкафчик не посмотрел. У нее явно что-то должно находиться на кухне. Василий, все на улицу надо сходить, проветриться. А то ты какой-то агрессивный стал, за людьми бегаешь. А как ты меня видишь? Как ты меня увидел вообще? Да хватит пинаться. Ну вот, правильно, пинай, это все правильно, бардак здесь навел. А он по улице теперь бегает, ну давай бегай. Удачи тебе. Тихо-тихо-тихо, Василич! Я что-то все комнаты просмотрел, я нифига найти не могу. Еще Василич меня видит постоянно. Василич, пойдем прогуляемся. О, правильно, слева ты разбита была, через правое выпрыгнешь. Да я верю в твои силы, верю. Там опять камеру повешу, что ли. Давай за дом пробежимся. Василич, бежать! Лёха, лететь! Да куда ж я улетаю-то постоянно? О. Слушай, а красиво здесь, горы вокруг. Монголы всякие не нападут. Или там еще какие-нибудь завоеватели. Подожди-ка. Ключик. Да хоть один ключ-то мне найти нужно где-то. Эти ключи-то все спрятали. Ни один ключ не вижу. Может быть, здесь что-нибудь есть? Нереально, а куда все ключи подевали? А Василич бегает. Оп, никого нету, да, Василич? А где Леха? А нет Лехи. Ну, нашел Леху. Фига, может, что ты меня нашел? Да где ключ-то хоть один? Я сейчас чуть здесь 10 часов буду бегать, так ничего и не найду. Так, наверх мы никак не заберемся, да? Как я понял.
Ключик. Зачем я опять иду в соседу в подвал? Что там, медом что ли для меня намазано или что? Да ты надоел со своими камерами уже. Василий, завязывай. Да, конечно, через это окно решил выпрыгнуть. Молодец-то какой, а! Кресло мое себе заберу. Буду сидеть за тобой наблюдать. Не, серьезно, а где ключ-то хоть один? Машина у нас заперта. В комнату налево я не могу пройти. Как он меня видит вообще? Тебе обязательно окна разбивать? Да ты на... Ты на стекле разоришься так скоро, Василич. Ну я тебе серьезно говорю. Я, конечно, понимаю, у тебя денег там немерено. Ты, походу, какой-то английский миллионер, но все-таки. Так, мне нужно, подожди. Мне нужно попасть на второй этаж. Для этого мне нужно что-то где-то врубить. Возможно, какой-то включатель. Кстати, надо вырубить радио. Оно мне надоело. Все, отключил. Да тихо ты! Как ты мне надоел-то уже, а? Весь дом все позакрывал. В смысле, ты обалдел, что ли? А как мне в дом залазить? Один, блин, запечатал все. Ну давай еще эти окна запечатай, чего нет-то? В шкафу посижу. И где он? Васильич, уходи, у меня тут эти панические атаки начались. Из-за магнитных бурь, наверное. Да он здесь и вечно и будет так стоять. То есть вход теперь в дом у меня только один. Везде что-то мусор, бардак. Под камешком, может? Да, точно, под камешком. Отлично. Уходи давай. О, молодец. Еще там камеру понавешал. Кого ты там выглядываешь опять? Да, чудесная погода, я не спорю. Нифига ты мне с разворота, автомат. И клей. Да не надо мне. Я что, потом в клуб юных техников собрался, что ли? Опа, какой, а где, говорит? Да здесь, я здесь. Так, ладно, у меня есть гаечный ключ. Магнита у меня нету. Маленького ключа нету. Танк. Танк мне вряд ли пригодится. Так, где-то должен быть какой-то переключатель. Возможно, картина. Нет, это так не работает. Нет, штуку как-то поднять нужно. А как ее поднять? Лома нет. Может, вентилятор включен? Да нет, вентилятор тоже не включает. Здесь зеленый ключ надо. Где же искать-то, а? Ладно, будем все у Васильича из дома выносить тогда. Васильича картину себе заберу. Зонтик. Да мне нафиг твой зонтик не нужен.
Так, мне нужно попасть на второй этаж. Не, он там, главное, взял все задел. Подожди, а в ванной комнате была картина с соседом. Я обратил на нее внимание. Оу. Василий, смотри. Я здесь, а ты там. Вот это бедлам. Тихо-тихо-тихо. Тоже это так не работает. Я реально не знаю, где ключ взять. Еще одна картина. Василий, да иди ты домой уже. Ты что на меня злой-то такой? За что? Или ты принципиально маленьких детей ловишь? Надоел ты мне уже. Да мне уже это звук твой, знаешь, как раздражает. Ну что ты смотришь на меня? В смысле, ты меня склеить, что ли, решил? Ты иди девушек где-нибудь склеивай, а не меня. Взял еще сзади, блин, задел. Так, подожди, вот есть какой-то выключатель, надо проверить его. И здесь есть выключатель. А, точно, я же могу отсюда попасть. Ой, дурак ты, Васильевич. Нет, не открылось. Да где хоть один ключ-то? Подожди-ка. Не вижу. Ты чё, Васильич? Всё, здесь стоять будешь. Так, сверху на шкафу у нас тоже нет ключа. У тебя чё вообще во дворе-то? Чё за раскопки здесь ведёшь? Да уберись ты уже как-нибудь. Так, ну в этой комнате нету. Вот смотри-ка, Василий стоит, может быть, вот этот. Василич, ты вообще дурной какой-то. Собственные капканы забегаешь. Может быть, это? Поймал меня. Давай сверху на шкафах еще посмотрим. Ты че, Василич? Потягушки утренние, что ли? Так, ладно. Где же этот ключ-то есть? Его прям нехило так куда-то спрятали. Может, за ванной? Должен быть либо ключ, либо выключатель. Может, картина? О, да. Отлично. Это вот так работает у нас. Да куда я подлетаю-то постоянно? Подожди, это не то. Да убери ты свои камеры. Понавешал везде. Стой, ну вот она повернулась. А дальше-то что? Может, за соком здесь лежит что-нибудь? Картины
еще повернутая есть. Нет, она просто снимается. Блин, я так реально могу целую вечность бегать. Я у нее сейчас весь дом вынесу, короче, на улицу, чтобы мне ничего не мешалось. Да куда я полетел-то опять? Соки, не соки. Светильники. Все на улицу пойдет. Пока не найду. Давай завязывай, Василич. Ты меня сквозь стены теперь ловишь? Да где этот ключ-то находится? А подожди, у тебя в машине вот эта штука не открывается? Нет, не открывается. Музыка-то какая умиротворенная. Где мне искать? Магнита нет, ничего нет. Здесь у нас вентиль, вот ключ у нас есть зеленый, допустим. А где мне магнит взять? Где-нибудь на втором этаже. А как мне попасть на второй этаж? А никак мне туда не попасть. Реально, я внутри ничего такого не вижу. Василич, у тебя окно кто-то разбил, иди проверь. Ломик плюс еще мне нужен. Подожди-ка. Я ж тебе электричество вырубил. А, вон он что, Михалыч. Это я тебе не камеру отключил. Я понял. Все, наконец-то. Сам себе проблем создал. Что, вперед к небесам? А вот тут бы, кстати, зонт бы мне пригодился, походу. Пойдем зонт заберем. Где его оставил? Зонтик. А, вон лежит зонтик. Опять он там что-то где-то ходит, непонятно где. Стоять! Так, все, быстрее бежим. Так, отлично. Ключ-карту надо. Джонни, ты тут вообще что-нибудь контролируешь? Плохой из тебя контролер. Иди, он лес контролирует, лес нечем будешь. Подожди, а тут, чтобы дальше пройти, мне нужна ключ-карта. Так, там ружье есть. Ну подожди, нужно тогда дальше второй этаж облазить. Опять ты. Василич, да давай завязывай уже. Сколько можно, ты действительно бегаешь за мной и бегаешь. Отстал. Так, а ключей здесь нету. Я у тебя вот это заберу. Кусочек торта, и что мне с ним делать? Только не говори, что мне в туалете надо все. О, Василич! Куда ты меня тянешь своим пылесосом? Взял меня, засосал. Да тихо ты! Отстань! Уйди, противник! Теперь мне еще где-то надо ключ-карту взять. Вообще замечательно.
там у нас ничего нету, да? Найди ключ-карту. Да я тут полчаса бегал, только не мог понять, как туда-то пройти. Все, Василич, ты меня достал уже. На коробку! Картину никак не убрать. Здесь даже пусто на втором этаже. Только не говорит, что мне торты все собрать надо. Не, ну ключ мне. А, вот, отлично, все. Все шикарненько. Вот оно у нас есть, ключ-карта. Василич, я здесь. Сейчас опять пылесосить меня начнет. Завязывай. Ты дома лучше пропылесосить, а вон бардак какой-то. Все, неужели? Так, это откроем. Так, ружье. А нафига мне этот ключ вообще? Он мне нафиг не нужен. Так, здесь у нас что-то должно быть. Здесь просто обязано что-то быть. Так. Есть у нас вот такой вот ключик. Так подожди, он, по-моему, от этой двери. Или я что-то путаю? Ладно, сейчас посмотрим, от какой двери. А я не знаю ничего. Да тихо ты, Василич. У меня ружье есть. Я вообще парень опасный. Тут что-то где-то должно быть. Ботиночки детские. Это как-то тупо было бы попасть сюда, чтобы здесь ничего не найти. Здесь явно что-то где-то должно быть. Ну просто заходить в комнату, чтобы взять ключ от этой комнаты, это как-то нелогично, мне кажется. Подожди-ка. Нет, это просто картина. Может быть, на стене где-нибудь висит? Не, ну я взял здесь ружье, а что я с ружьем-то? Я ничего такого не сделаю. Ты что, задачки на внимательность, что ли, начались? Может быть, под ботиночком? Под детским? Нет ничего под детским ботиночком. Да что ж такое-то, а? Где искать-то? Под шкафом нету. Мне нужен ключ, мне нужен лом, мне вообще дофига что чего нужно. Ну это, ну не, ну это реально было бы как-то странно. То есть подняться сюда, чтобы открыть и там найти ключ от этой же двери. Что-то я где-то пропускаю однозначно. На потолке, может, на потолке тоже нет. Так, ладно, конечно, ключ куда-нибудь сюда уберем. Мы же зачем-то в эту комнату попали. Попали. Хорошо, что на деньги не попали. Сейчас мы все отсюда выкинем.
Василич, ты потом сам разберешься здесь. Мне к тебе в подвал надо попасть. Не знаю, зачем, но зачем-то нужно. А подожди, стой, а мне, может быть, с ружья нужно куда-то стрельнуть? А куда я могу стрельнуть с ружья? Так, чтобы это принесло мне какую-то пользу. Я что-то понятия не имею. Так, подожди, может быть, в эту штуку, когда падаешь, что-то найти нужно где-то? Да нет, сверху тоже ничего нет. Как Мэри Поппинс здесь летаю, блин. Нифига себе, здесь камер сколько. Да где я что пропускаю-то? Я зашел в эту комнату, а зачем я в нее зашел-то? Пульт от телевизора взять. Не, ну я взял здесь, допустим, вот, ружье я взял. И как мне его использовать? Ключей не вижу. Да вообще нифига не вижу. Может, здесь как-то все по какой-то другой логике работает? Так, в угол положим все. Куда-то, может быть, стрельнуть надо? Да это бред какой-то. Куда стрельнуть? Еще один ботиночек. Василич, я у тебя скоро здесь весь дом вынесу. Не, может, реально торт надо туда унести? А куда, например, это все положить тогда? Лом! Точно! Вон еще, блин! Нифига себе здесь! Крутки, замутки. Ну, допустим. А черный ключик мне где взять? Так, здесь у нас два замка. Надо где-то черный ключ взять. Василич еще делся куда-то. Так, ладно. Зонт мне вообще, в принципе, больше нафиг не нужен. Да фонарь тоже не особо. Нафига мне фонарь? Василич хоть отстал, походу, ненадолго. Так, лом есть. Черного ключа нет. Черный ключ. Блин, он поди где-нибудь затарен, непонятно где. Но, судя по логике, мне нужно найти именно его. 128 камер. Благо Васильевич меня не видит. Здесь тоже нету. Сверху тоже нет. Ключик, ты где? Ладно, мне хоть сосед не мешает пока что по непонятной никому причине.
Но не на потолке же ключ. Мне нужен либо черный ключ, либо ключ от машины. Ну какой-нибудь любой ключик мне явно нужен. Я понятия не имею, где его искать. Допустим. Нереально, а куда Васильич-то делся? Восвоясь куда-нибудь пошел своими делами заниматься. Он где-то вздыхал там на улице. Надо на глаза ему не попадаться, главное. Черный ключ. Я уже не знаю, реально на потолке, что ли, где-нибудь. Так, ну... Ну, тут я все обыскал. Вроде бы, но я не могу быть уверенным на 100% здесь теперь вообще ни в чем. Болтик. Болтик, уходи. Не, главное, обычно где-нибудь на шкафах прячу. Васильич у нас любит на шкафах прятать, но здесь у нас на шкафах нифига нету. Подожди, может под маской лежит? Нету. Да где ж тебе взять-то, а? Может на столе бардак разгребсти? Огурчики, помидорчики. Хоть сосед не бегает, можно спокойно походить, но более-менее спокойно. Да нет нигде на столе, в этой нычке тоже нету. Мне нужен магнит, либо ключ. Я надеюсь, он не на улице где-нибудь спрятан. Или на полу где-нибудь лежит. Может, в душ сходить, помыться? Да воняет от меня что-то уже, мне кажется. Ну смотри, по логике. Ванну мы использовали здесь уже картину. То есть вряд ли в ванне еще и ключ находится. Хотя кто его знает? Здесь вообще никто ничего не знает. За машинкой? За машинкой тоже нету. А мне еще нужно найти целую гору ключей. Я боюсь сделать лишнее телодвижение, разбивать окна, чтобы сосед там бы случайно не проснулся. Колпаки какие-то лежат. Где? Где искать-то? Я ничего не пойму. Ну ладно, окей, на втором этаже я лом взял. То есть вот это я все заморачивался ради того, чтобы взять лом. Больше здесь ничего у нас нет. Ну, по крайней мере, я ничего не вижу. Да мне кажется, никто ничего не видит. Так, ладно. Где можно ключ от машины найти? Где сосед вообще? Он там спит, что ли? Подожди, я ломом... Нет, не смогу. Сосед просто куда-то пропал, кстати. Это хорошо. Здесь мне нужен магнит, который я понятия не имею, где брать.
Ладно, давай зачистку сейчас массовую начнем делать. Что делать-то еще? Сосед там, походу, в подземелье ушел куда-то. Там и тусуется. Вот зачем эта цифра 2? Чтоб глаза ничего не мозолило у нас. Сейчас все на улицу выкинем. Привет, Файер, Джусель. Так, а вот здесь в углу коробочка, а может за ней? Нет, за ней, к сожалению, тоже нифига нету. Подожди, золотой ключ я его использовал уже для входа в квартиру. Сейчас мы у тебя все вынесем и все найдем. Мы докопаемся до правды. Светильник и все, у тебя сейчас, ну знаешь, какая помойка будет, ты обалдеешь, назад сейчас дождь пойдет, все промокнет, все, прощайся со своими картинами совсем. Да не, ну серьезно. Вентиляция. Зачем здесь решетка для вентиляции? Здесь что, где-то вентиляция есть? Так, ну внутри нету, это гвоздь у нас. Гвоздь программы. Гвоздь программы у нас Васильич. Ладно, давай здесь ищем. Пластинки, на улицу все. Сейчас буду здесь полчаса ходить, это все выкидывать. Чтоб по итогу нифига нигде не найти. Нету, нету на потолке нигде. Шкафу тоже нет. Здесь у нас одни камеры. Да я уже все комнаты просмотрел. Вот где-то я просто пропускаю в каком-то месте. Не знаю в каком. Так, закройся. Так, на улицу тоже. Или на втором этаже все-таки мне где-то искать. Я не знаю. Может быть, под шкафом? Да нет, под шкафом нет. Зеленый ключик нужен. Не, просто не удивлюсь, если он где-нибудь на потолке висит. Не, ну если... Ну я вот по логике, я заходил заломом сюда. То есть вся вот эта штука была сделана. То есть типа ружье, говорит, есть чувак. Значит, лом есть. Да я уже на 20-й раз смотрю все эти шкафчики. Здесь нету. А где есть? Где? Где? Давай еще раз на шкафу посмотрим. Уж я фигово смотрел как-то. Да вроде нормально смотрел. На шкафах нету. Ружье взял. Ну не на лампочке же он там лежит где-то. Не, я реально не знаю. Давай по улице прогуляемся. Не, ну на улице это уже зашквар тогда будет, если он где-то на улице спрятан. Ну прям серьезно. Это то есть нелогично тогда. Так, а здесь у нас зеленый ключ. И чтобы нам сюда зайти, нам тоже нужен зеленый ключ. Нам, скорее всего, сейчас нужно найти... ключ от машины. И в нем, скорее всего, магнит.
А подожди-ка. А он случайно не может быть у соседа? А сосед-то фиг знает, где он пропал куда-то. Соседушка, ты где? Где-то там, внизу. Ты что, под землю ушел? А сосед? Не, ну вряд ли ключ у машины, от машины был бы у соседа. Я внимательно ее рассматривал, может быть, действительно один из ключей находился у него, и тогда я здесь просто, не знаю, намотался. По-другому это назвать не могу. Да я весь дом уже обыскал. И где-то что-то я пропустил. Тут не говорит, что я этим ключом смогу замок открыть. Это было бы очень странно. Ну да. Я просто уже начинаю всякой ерундой страдать. От безысходности. А вот, кстати, на кухне у нас вообще ничего не было. От слова вообще. На кухне я ничего важного не находил. Да и не найду, наверное, мне кажется, такими темпами. Семечко. А куда тебе посадить можно? Тебе куда-нибудь можно посадить семечко? Не вижу здесь никаких огороженных территорий. Так а я могу куда-нибудь там до завода сбегать? Нет. Не могу. Сложно. Ну вот реально сложно. До меня не доходит, что от меня требуется. Учитывая, что соседа даже нету. Здесь еще сейчас помойка такая. Вдруг где-нибудь здесь... среди чего-либо. Потому что я даже не знаю, что искать. Я еще целых два ключа где-то должно быть. Я один-то найти не могу. Так, давай иди сюда. Иди сюда. За шкафом. Ты же смотрел за шкафом везде по 10 раз. Вот комнатушечка. Нужен черный ключик. А где нам взять черный ключик? А фиг его знает, где нам взять черный ключ. Зеленый нам нужно взять магнитом. Но для зеленого нам нужен ключ от машины. А где взять ключ от машины, я понятия не имею. Потому что магнит, скорее всего, находится там. Не, ну он же не может находиться у меня где-то. Ну это как-то бредово было бы на самом деле. Чего у меня ключ от машины делал? Так, если, допустим, подлететь, разбиться и посмотреть, может быть, действительно сосед с собой таскает какой-нибудь ключ. Это бы многое бы объяснило, в принципе. Ну даже залез, допустим, я туда на крышу, и что мне это даст? Мне это ничего не даст. Не, может быть, там, конечно, ключ спрятан. Но опять же, это бред какой-то. А куда я зонт дел? Зонтик. Зонтик. На втором этаже, может. Чё ж так сложно-то, а? Так, давай сюда. Здесь тоже нету. А где он есть-то тогда? Да что этот шкаф уже на 128 раз обмусоливаю?
Все равно ничего не вижу. Чтоб в глаза не бросалось. Нам нужен ключ от машины. Допустим. Зачем-то перила сломаны. Раньше, по-моему, кстати, не были сломаны. Не, ну не здесь вообще имеется в виду. И соседа нет. Соседа нет, ключей нету, нифига нету вообще. Откройся. Здесь реально уже свалку какую-то я устроил на улице. И все равно ничего найти не могу. Так, ладно, давайте соседа... А, вот зонт у нас. Давай дальше туда перелетим. Попытаемся. Хотя это ничего не даст, я больше чем уверен. Ну там и нету ничего. Там и делать нечего. Могил нету, лопат нету. Вообще ничего нету. Я в замешательстве в каком-то жестком прям. Ключ зачем-то? Зачем мне этот ключ? Ломом я эти снять не могу. Ни одни из них причем. За картиной ничего нет. На крыше ничего. Да нигде ничего нет. Вон, серьезно. Обалдеть. Я нашел его. Это жестко, это прям вообще жестко. Так, все, взяли магнит. Так, все, зонт мне не нужен. Пойдем с магнитом сюда. Так, здесь у нас... А нафига мы воду переключаем? Вентиль. А, подожди-ка. А зачем? Зачем мне шар? Вы серьезно, что ли? А дальше-то что делать? Отмычка, вот что мне надо. Неужели? И здесь у меня где-то еще будет, наверное, два ключа. Может, под шляпой один? Нет, я постоянно проверяю под шляпой, там никогда нет ключа. Когда он там будет уже? Здесь нету. Красный ключ есть. У нас есть красный ключ. И нам еще нужен вот этот ключ. Вот, вот этот. Где мне его взять? Либо в этой комнате где-то должен быть. Зачем вот это переключать? Слишком много вещей ненужных. Глобус зачем-то. Глобус этот... Вот. Подожди.
А нет, это не здесь было. Эта игрушка всегда здесь была. Такое чувство, что она только появилась здесь. И у нас остается последний ключ. И у нас будет тогда сектор приз на барабане. Вот смотри. Мы во всех комнатах побывали. Воды здесь нигде нету. Ее сливать неоткуда тупо. И где-то, ну, по логике получается, где-то в этих комнатах должен быть ключик у нас. Либо в этой комнате. Снотворное для соседа. Либо в той комнате. Блин, благо, что сосед пропал. Я бы задолбался бы при нем все это бегать, дело искать еще по-быстрому. Либо в этой комнате. Может, сверху где-нибудь висит? Да нет, сверху нифига. Может, под подушкой? Нифига себе, я залез. Так, вылазим. Может быть, за шкафом? Где? Где мне искать последний ключ? На улицу бардак. Стул тоже на улицу. Кресло. Я надеюсь, он там не сзади где-нибудь на кресле был нацеплен, нет? Один ключик. Он явно должен быть где-то в одной из этих двух комнат. Но это не точно. Тут вообще все нифига не точно. Там что, в ведре вода, что ли? Подожди, а глобус вот у нас здесь. Да блин, а нафига мне глобус? Подставку вроде здесь я не видел нигде. У соседа тоже вряд ли ключ на кармане там болтыхается. Остался финальный штрих. Ну, я что-то не могу понять. Где же это дело-то искать? Да, было бы очень странно. Или он может быть где-то в другом месте. Ну, учитывая, сколько я искал ключ от машины. То есть в таком месте еще. Ботиночек. Подожди, я вот это ведро выкинул. Не, ну, там ключ же не может внутри него быть. Это как-то очень странно. А нет, это не лед, это просто дно у него такое, как лед выглядит. Последний ключ. Где же ты? Я не понимаю, это все-таки меня отвлекает на эту штуку или нет? Не, ну по логике вот просто. Отлично. У меня зонта нет, я сейчас разобьюсь и сосед по новой появится. Я и так не знаю, где его искать. Мне тут еще соседа назад подогнали. Может, у соседа реально посмотреть? Васильевич! Опять он делся куда-то. Не, нету у него.
У соседа нету. А где есть, тогда интересно. Не, я реально понятия не имею, где его искать. Не, может, реально на улице где-нибудь. Не, ну на улице это зашквар какой-то на улице, если прятать. Чё, серьезно что ли? Я балдею. Чё, мне тут в шкаф залазить? Так, ну вот, отлично, у меня ошибка вылезла. Ну да ладно, я знаю, по крайней мере, как вторую запустить. О, итак, здорово, народ, с вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Ну это реально, это один из самых сложных модов, которые я когда-либо видел. Ну, блин, ребят, ну реально, прятать ключ последний на улице, это уже зашквар какой-то. Ну можно, знаете, вот так же убрать куда-нибудь в край карты, ну, блин, то есть... Это все-таки очень сложновато, в смысле. То есть ты уже бегаешь и занимаешься пиксель-хантингом, пытаешься найти, то есть геймплей у тебя по факту по минимуму получается, ты просто бегаешь и ищешь. Нет, я ничего не говорю. Мод классный, да, действительно, это круто, что ключ от машины находился на подоконнике, то есть по крайней мере, ну а как догадаться-то, что он, блин, находится на улице, тупо бегая, а если его там я снесу или сосед снесет случайно, или что-то такое получится. Такой моментик немножечко не продуман, ну да, и нашел, конечно, но... Ну это пипец. Час проходить такую локацию. Ладно, ребята, если вам понравился данный ролик, не забывайте подписаться на канал, поставить свой царский лайк и оставить комментарий. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем удачи, всем пока. И в колокол нажмите. А то, видите, у меня тут ошибка перед глазами вылезла. Нужно в колокол бить. И Леха ролики снимать. Все, давайте, всем удачи, всем пока.